Привет! С вами знакомая вам бабушка. Сегодня будем слушать радио Тапок, а песня называется «Атера Доминантус». Ребят, спонсором сегодняшнего ролика стал Ярославский из Берга. Я знаете, что хотела бы порекомендовать вам канал девушки из Германии по имени Элли. Элли совсем не там занимается гитарой, но она уже сейчас старается и с каждым разом улучшает качество видео. И идет к своей мечте. В общем, подписывайтесь на ее канал, а также у нее есть не менее интересный Инстаграм. Ребят, давайте все вместе, ну поможем ей что ли, подпишемся на канал. Все ссылки будут в описании. Доминантус. Свет рейха меркнет, замерзнет. Голова сотрясется, на душ вот так вот только. Пред нами врата на Берлин, о, где восседает тиран. 6000 железных машин, мы ими пойдем на таран. Правильно. Под залпы орудий вперед, последнее логово зла. Нацисты ответят за все, поломаны крылья орла. Крылья орла поломаны. Жуков поднял красную армию бой. Жуков, правильно. Не считать потери, взять город любою ценой. Любою ценой, их Бергендерин. Ну-ка, кто напал? На кого? Говори, Тапа. Цена миллионов смертей, закопанных тел в целину. Оплачена жизнями тех, Правильно. Кто развязал эту войну. Кто развязал эту войну? Кто до Москвы порол? Мы? Мы вспомним разрушенный Или они? Кто страну нашу разрушил? Мы сами или они? Молодец, парень. Сталин дал приказ. А мы его исполнили. Не считать потерь, их земли в наших руках. А мы и не считали своих потерь. Будет, он и свергнут, козел драный. Лишь Крылышки-то распустил свои раны, они у него вороньи оказались, а не раны. Феник, гада. Дави их, проклятый. Гони этот трамвай, правильно, дави его, сынок, своим танком, железным конем. Тут глядеть надо и слушать ухом, что человек говорит. Зло среди руин, марш в бой, все на Берлин. Танковое сражение, Прохоровка. Всем, с вами Радио Тапок. Подписывайся на канал и группу ВКонтакте. А это видео было создано специально для игры World of Tanks. Игры, которая 10 лет назад создала жанр танкового экшена. В этот жанр сначала никто не верил, а сейчас он обрел миллионы фанатов по всему миру. Ты прав. Врывайтесь на поля танковых сражений по ссылке в описании. Бонусы ждут не только новых игроков, но и старых танкистов. Да, тут у нас не танкист сосед, вот эти танчики-то порит. А что творит? Это ужас.
Весь микрорайон слышит его мат, как он этими танчиками-то управляет. О, спасибо вам большое. Это прелесть, это песни замечательные. Ребята, вот он поет, что враг, что нацисты напали. Кто на кого напал? Мы, русские, напали на них. Или вот эти нацисты до Москвы-то пороли. А потом, по сути дела, мы в Москву их не пустили. Вот они сами зашли к нам и нас к себе и поманили. Мы на их плечах, на их горбах, на их спинах к ним в Берлин и въехали. Сколько у нас людей погибло, сколько народу, сколько мужчин, парней, стариков, детей. Даже детей не пощадили. Мы развязали войну. Или кто? Кто на нашу территорию зашел? Мы или они? Отступали их до Москвы, мы отступали, задом пятились, как раки. А потом так взялись, так мы разошлись, так мы разозлились. Ребят, вы уже извините, конечно, меня за такие бурные эмоции, но потому что есть много гадостей говорят про нас. Ну, это неправда, это неправда, это нехорошо так врать, нагло врать. Как говорилось в фильме «Брат», правда, она в силе. Сила, она в правде. Правда сильнее всех. Вот так вот, мои дорогие. Вот еще что скажу. Вот сколько я стала тапок слушать вот недавно. И вот сколько я этих песен переслушала его и перевидела. Что, тут же все в действии, тут же все показано. И вот что мне мой папа родной мой, он наступал, отступал и наступал потом. И он это все тютелька в тютельку рассказывал. Слово в слово, что радио тапок говорит, то это все мне говорил папа. А он повторяет то, что ему говорили воевавшие солдаты, там офицеры. Они это все говорили. Они все в один говорили. Вот кого бы я ни послушала. Папу, его друзей, которые приходили к нам и частенько собирались у нас. Вот она правда. Правильно. Ну, в общем, мои дорогие, знаете что, давайте маленечко пристановимся на прослушивание радио Тапка, потому что у меня еще есть просьба. Ну, кто-то ведь не только радио Тапка слушает. Мне тоже надо, хочется и им, как говорится, служить и сделать реакцию. Да и самой послушать, и узнать, что там, о чем говорится, о чем поется, о чем мечтается, и как я это понимаю. И вот давайте мы так будем как-то компактно, значит, ага, радио Тапка, все самые такие, на что больше спроса, мы уже сделали. Вот на ведьм там, ну, на ласточку, ну, то есть на ночных ведьм, на Курскую дугу, там, на этот линкор Бисмарк, все самое главное, такие песни, я сделал какую-то реакцию, как я понимаю. Ну, а люди-то и другие есть, надо и им, и мне интересно послушать. Юле из Екатеринбурга, Вове Копцеву, Андрею Которову, ударение не знаю, как сделать, Артуру Коваленко, Максимке К, Зубной Феи, вот еще какая есть. Владу и Скауту. Ребят, спасибо вам большое за донат и за поддержку от чистого сердца. Вы у меня самые лучшие друзья и подписчики. Спасибо. Ну что, ребят, спасибо за просмотр. Комментарии пишите. До свидания, до свидания. Ну и до свиданица. Не бывало у меня такого расставаниться.